Ищем сувениры и национальный колорит. Смотри, это вяленая хурма. Вяленая хурма? Мушмула Шишкина, ну лесная шишка. Я купила хурму. Есть, да, волчий жир, конина. На самом деле удивляет отсутствие народа. То есть, ну, можно увидеть, что ездят машины, а людей вообще почти нету, несмотря на то, что сегодня воскресенье, да? То есть, ну, по идее, должны быть люди. Сейчас мы следуем на базар. Как называется? Беркут, это у нас эти службы какие-то. Ну да. Идем на 11 номере на Беркат. Посмотрим, может, там есть народ, но, в принципе, не то, чтобы мы его ищем. Ищем сувениры и национальный колорит. Но в целом реально интересно, что вообще людей практически не ходят. Нам встретился один человек сегодня по пути. Да. И он обошел нас за километр, то есть обратил внимание. Но. То есть знаете, что бывает вот эти вот случаи, когда по узкой дороге идешь, и люди там какие-то тупят, кто-то толкаются. Человек нас увидел, загодя, вот так вот отошел. И обошел нас по краю. А это может быть связано как-то с какими-то, может, ковидными мерами? Может быть, не знаю. Какие-то эти. В целом, я хочу сказать, что здесь вообще очень вежливый народ. Наверное, самый вежливый, который вообще был. То есть ребята, которые подходили фоткаться, немногочисленные. Никогда нигде так не подходили, отвечаю. Ну, прям вообще. Ваше впечатление о рынке? Трудно что-то сказать, честно говоря. Ну, я взял чистилки для зубов. Сейчас я вам расскажу немножко. Короче, вот эти штуки, это какое-то дерево. Оно очищает зубы. То есть оно их делает максимально гладкими. Можно не чистить, только зубной нитью между зубами почистить. А вот это делает их, короче, абсолютно гладкими. Вот, мне такую как-то дарили. Я вот решил сейчас взять, потом расскажу, как работает. Такой привкус у него специфический. Замечу, что практически везде все одинаково. Ну, в принципе, как и в Турции, если честно. Да. То есть мы тоже... Ну, со своим, наверное, колоритом таким. Ну, да, не, безусловно, отличается, но... Ну, вот такие костюмы вот эти вот, ну, головные уборы. Притом головные уборы написаны там по 15, по 12 Т. 15-12 тысяч, то есть это, я так полагаю, дорогие головные уборы. Дорогие шапки. Но вот эту одежду носят в основном пожилые, я так понял. То есть бабушки, дедушки, то есть молодых я как-то особо в ней не видел. Наш улов увенчался успехом, я нашел прикольные четки. 250 рублей. Красиво. А те, что ты мне с Дубая присылал, сколько? 4000. А те были значительно хуже. Блин, эти женщины чеченские следят за тобой. Ну да, ходят везде постоянно. Наблюдают. Смотри, это вяленая хурма. Вяленая хурма? А это вы сами делаете? Нет, это абхазская. А, это абхазская. Угу. Красота. А вот это вы сказали? Это шишки, мушмула называется. Мушмула Шишкина, ну, лесная шишка. А вы откуда, ребят? Мы с Москвы. Недалеко. А, мужик, это то, что в номере сегодня было, по-моему. Угу. Кушай, она полезная, попробуй. Нам проходит? Интересная. Необычная. Очень вкусно, ни на что не похоже. Очень странно, мужик, не могу определить. Да, вот то же самое. Видишь, это может быть из-за того, что я приболел немного. Знаете, ребята, вот эти с косточки, а эти без. 250, 100, 200 рублей. Mm-hmm. Без косточки дать? Давайте, да, без. Это хурма? Так, что купила? Или это голубика? Я купила хурму. Зачем? Я черемши еще хочу, мама черемши просила. Типа какой? Ну, сушеный или какой-то маринованный? Ну, блин, видишь, сушеную приходит. А сушеную ел когда-нибудь? Ее нужно жарить. Мы наконец-то нашли что-то интересное в том плане, что тут, ну, как бы, местный колорит. Нашли конскую колбасу и куски сушеной говяжьей плоти. Очень красиво, очень вкусно. А еще жир волка. Есть, да, волчий жир от кашля. Как раз мне порекомендовали, но там просто сложно его употреблять, поэтому я, вероятнее всего, откажусь. А простите, пожалуйста. Можно это самое? Так, сейчас. Только меня не снимайте, окей? Не, мы окей. Только руки. Все, спасибо большое. Это что за мясо? Конина. Взяли два куска. Ну, 400 рублей, ну, типа, недорого, мне кажется. Конина. Прикольно. Люблю такое. Что-то необычно. Ты не в восторге. Я вкус пока не могу чувствовать. Пытаюсь. Знаешь, сосочки свои.
активировать старые. Да, прикольно. Раскрылась. Да. И заиграла. Прикольная штука. И конячу колбасу взял. Двигаем дальше. Уже кое-что. Ну что, родные мои, всем добра и безопасной, комфортной среды обитания прежде всего. В общем, непонятные времена требуют непонятных решений, поэтому постараюсь коротенько уложиться и много эфирного времени не занимать. Хочу пригласить вас в свои актуальные соцсети. Это Контакт, Телеграм, Яндекс.Дзен и Руту. Собственно, что из этого что? Контакт, наверное, дублирует у нас Инстаграм, заменяет, а Руту будет дублировать Ютуб, если все так же пойдет, как и дальше. Телеграм, он всегда был, есть и остается. Самые преданные камни, короче, горные породы, массивы, присоединяйтесь. И Яндекс.Дзен, тоже там стараюсь развиться, наверное, как писатель. Собственно, вот. Также поддерживайте наши проекты, это... Онлайн-школа атлетизма, где вы можете тренироваться под моим чутким руководством, так сказать, и также это мерчушечка. Если вы разделяете и кайфуете от нашего творчества, а самое главное, у вас есть финансовая возможность и заинтересованность, проходите, отаривайтесь, поддерживайте отечественных производителей. Всем спасибо, смотрим видео дальше. Пробуйте. Ну-ка. А что вы маску так? Я болею. О, это сало, да? Да. Курдюк. Ёлки-палки. Карусный. Ароматный, даже мне нравится. Очень вкусно. А мясо будете пробовать? Конечно. А, нет, мясо мы уже пробовали. Мы мясо купили, да. Да, я уже просто все. Даю вам попробовать. При веганах вкуснее, да? Как-то вот прямо другой вкус, более яркий. Конина. Угощайся, я попробовал уже. Ну, чего ты? Чего? Хурма у меня в пакетике вкусно вяленая. А он попробовал уже тоже, да? Да ничего. У каждого по-разному. Давайте, а, вот все. Это мясо сбор. Ой, спасибо. Курдюк очень вкусный. Что ты там нашел-то, а? Четверинка 100 рублей, половинка 200. Четверинку. Его так же заваривать, да? Давайте четверинку. Ты это будешь, получается, все без камеры есть? Не так, как чай заваривать. С камеры, конечно. Его варить. Его варить надо? С молоком, да, минут 5-6. С молоком, минут 5-6. Кайф. В общем, нашел еще национального колорита, типа курт называется, соленый. Еще два положу на 50 рублей, можно? Да, конечно. Короче, это соленый творог такой. Хорошо, его очень удобно в походных условиях лопать. Его берешь, закидываешь за щеку, рассасываешь, он, короче, утоляет голод. Существует легенда в Казахстане, что его, типа, катают взрослые женщины под мышками, короче. Mm-hmm. Ну, я не знаю, зачем так говорят, его не так на самом деле делают. Но это из разряда того, что лаваш обляшку шлепают. Слышал такое когда-нибудь? Да. Вот, и это тоже. Но говорят неправду. Может быть, когда-то была такая технология приготовления, но не можем быть уверенным. А правда говорят, что его прямо вот как-то там скатывают? А, не-не-не, не, 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 не скажу. Это шутка, да? Да, да, это шутка, это специально его готовят. Ага. Когда, как вам сказать? То есть это легенда? Да. Все, понятно. То, что... Вот и ответ, ну прикольно. Короче, вспомнил еще одну легенду про курт. Я не очень силен там как бы в географических моментах, но по-моему тоже Казахстан, то ли какие-то были волнения, гонения. В общем, прикол в том, что какой-то народ предавался гонениям, его там закидывали камнями, типа, ежедневно. Ну, типа, вот. И, короче, казахи подходили и кидали белые камушки, типа того, несчастным. Вот, и потом поняли, что они кидают им в них не камнями, а этим куртом, чтобы они, типа, кушали его. Прикольно. Да. Ну, короче, поправьте, я вот в общих чертах знаю, ну, кто в курсе, короче, поправьте, пожалуйста, чтобы это было более достоверно. Не, черно-белым поставим и нормально. Мы свиней рубили, ничего не забанили, посмотри. Блядь. Мне не получается зубик достать. Блин, мне кажется, циклона бы кинуть, короче, в эту мусорку, он вообще обрадовался. Можно с собой вручную класть. Купить ящик вот этот Луи-Витон огромный. Туда просто набрать этих штук. И отправить. Блин, прикинь. Мафия раньше голоду лошади, по-моему, отправляла тем, кого убьет. Ну, а мы чисто домой возьмем. Маш, на секунду. Прикольно. А почему людей так мало именно по улицам гуляет? Сегодня? Да. Воскресенье. А из-за чего? Типа уезжают куда-то все? Ну, уезжают или отдыхают. А обычно как бы, ну, много, да, ходят? О, все. С понедельника, вторника начнется движуха. А у нас как наоборот все. Именно выходные дни все гуляют. Я же жил обычно как, блядь. Пятница конкретно бухает. Субботу бухает, воскресенье отдыхает. И на работу. Обычно где я жил. А так люди в основном живут в загородных домах, да?
Я бы сказал бы, основное все тянутся в город. Все равно в город, да, тянутся? Почему? Потому что из сел везде, потому что заработать в городе проще денег, чем в селе.